Всех с победой. Единственный комментарий. Спасибо за игру всей команде. Помогли влиться в коллектив по новой, так скажем. Очень рад, что забил. Как свою шайбу прокомментируешь? Ну, первая шайба за Уфу. Очень долго ждал ее. Так сказать, работал. Посвящаю ее своим близким. Помнишь, когда свой последний гол забивал? Вроде бы в форме автомобилиста как раз это произошло. Да, в форме автомобилиста лет 7 назад, наверное. Можешь сказать, что план на домашние матчи перевыполнил? Нет, так рано говорить. Так скажем, еще очень важная игра в Екатеринбурге, поэтому будем сейчас готовиться, отдыхать и правильно восстанавливаться. Не, имею в виду, вот на эти два матча, которые провел здесь, вот за Салават Юлаев, больше задача от вашего звена была не пропустить, а еще и забил. Ну, я считаю, то, что требовали от нас, мы старались выполнить и забили сегодня, как и требовалось. Но я не скажу, что перевыполнили. Команда выиграла, и слава богу.